Русские новости. Продолжим. Вторая часть о национализме и оценке национализма Лениным и КПСС. Вот по этой книжке вновь «Ленин и КПСС. О борьбе с национализмом». Тоненькая книжечка, отражающая полное отсутствие целостной концепции понимания, вообще в целом понимания даже проблемы нации, ее политических свойств, привязки к родовым корням, к национальной культуре, отражено в мировоззрении основоположника коммунистического движения современного, разумеется, там до Ленина еще какие-то были, но это не имеет никакого значения, все уже стерто. Кто себя относит сегодня к социалистам, коммунистам, социал-демократам, опирается именно на это, на вот этот базис. И мы неоднократно могли видеть подтверждение тому, и можем подтвердить также и по тому, что национальная политика в целом со времен Ленина, его тезисы, его представления о национализме сохранились, о том, что нынешний политический режим в России – это продолжатель дела большевиков. Вот примерно половину этой книжки мы процитировали фрагментарно и откомментировали. Вот сейчас попробуем побыстрее пойти, уже там, где КПСС, там уже полное начетничество, и каких-то мыслей нет, и сплошные повторы, но тем не менее тоже есть много чего интересного. Вот Ленин пишет тут в заключении к очередной статье, что происходит травля инородцев за сепаратизм. Как будто бы за сепаратизм нужно, наверное, похвалить и по головке погладить. Этот великорусский яд национализма отравляет всю общероссийскую политическую атмосферу. То есть тогда, видите, все-таки национализм был одним из доминирующих идеологических течений. А после 1917 года, после гражданской войны, что осталось от великорусского национализма? Ничего, он был политически уничтожен, физически истреблены его носители, изгнаны из страны. Поэтому нам так и тяжело сегодня восстанавливать национальное движение, потому что большевизм продолжается, продолжаются политические репрессии, если не прямым уничтожением людей, то косвенным воздействием, неправосудными решениями, русскими статьями в Уголовном кодексе, фальсификацией законодательства и так далее. Русским просто не дают подняться. Просто не дают подняться до своего национального самосознания. Ну, а вот это вообще абсурд. Экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами. Такое разоблачение истинно, всего истинно русского, как тут пишет Ленин. Это у нас какой? Уже 14-й год, может быть, уже даже война началась. Вот из доклада, это уже 18-й год, все, большевики у власти, переходим к этому, к этой стадии. Мы защищаем не великодержавность, от России ничего не осталось, кроме Великороссии. Не национальные интересы, мы утверждаем, что интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства. Мы оборонцы социалистического отечества. Вот тут уже вдруг у пролетариев появилось отечество. Оказывается, отечество может быть только социалистическим. Если не социалистическое, то оно и не отечество. То есть это такой вот новый выверт. И вот они отказались от всего, то есть созданы иные государства, где преданные русские. Точно то же самое, что произошло в 91-м году, когда те же самые наследники большевиков просто бросили русских за пределами РСФСР, отдали их на растерзание этнократическим режимом. То же самое произошло и в 18-м году. Берите суверенитета сколько хотите. Разве это не похоже на то, что писал Ленин фактически о создании массы всяких государствиц на территории Российской империи? И вот он в 18-м году сказал, все, мы осталась только одна Великороссия, нам больше ничего не надо. Мы здесь собираемся править. Вот здесь есть государство, а все остальное, пожалуйста, разбирайте. Русские земли, все, кому не лень. Из материалов к пересмотру партийной программы. Республика русского народа должна привлекать к себе другие народы или народности не насилием, а исключительно добровольными соглашениями.
Ну, то есть это значит, что вот Советский Союз, они потом, оказывается, не насилием собирали, а добровольно все просто просились и мечтали. Но на самом деле просто государственно-строительный инстинкт сработал, и он вернул единство страны. Правда, отпали Польша и Финляндия, еще там некоторые территории. Ни один демократ не может отрицать право Украины на свободное отделение. Вот сегодня украинство, вот это расчленение русского пространства, того, что назвали русским миром, неправильно. Это просто русская земля. Расчленение ее обосновывалось еще тогда. Просто Путин теперь продолжатель дела Ленина. Мы не сторонники мелких государств, напоминает Ленин, это он постоянно напоминает, тем не менее, фактически ведет постоянно к расчленению государственности, обрушению того, что некоторые публицисты русские современные назвали державной работой на протяжении 300 лет. Вот она тогда была обрушена, в 91-м обрушена, а сейчас хотят обрушить и то, что осталось. Немедленное восстановление полной свободы для Финляндии, Украины, Белоруссии, для мусульман и так далее. Вот эта задача, она решается и сейчас. Кроме русских, всем свободу. Мы хотим революционного соединения, поэтому не ставим лозунга объединения всех и всяких государств вообще, ибо на очереди дня социальная революция ставит объединение только государств, перешедших и переходящих к социализму. Царизм своим угнетением оставил в соседних нациях тьму озлобления, недоверие к великорусам вообще. И это недоверие надо рассеять делами, а не словами. Ну, делами они, конечно, рассеяли кое-что. Рассеяли у русского народа национальное самосознание. Вот этим они занимались. И подняли самосознание тех национальностей, которые никогда не имели своих государств. Но им была предоставлена возможность вырасти в государство. Они внутри Советского Союза выращивали национальные государства других национальностей, других всех, кроме русской. И поэтому многие смогли свою государственность образовать этнократические режимы. Все это закладывалось не как мина замедленного действия, а как доктрина, которая продолжает действовать и сегодня. Коль скоро это уже 19-й год, возникает государственно-строительные задачи, то, конечно, разговор о единой школе. Ленин критикует своих соратников, мол, они все говорят, не смейте учить на другом языке, кроме русского. По-моему, такой коммунист – это великорусский шовинист. То есть учить в школе на русском языке в обязательном порядке – это великорусский шовинизм. То есть мы все вот сейчас живем в современной России, все великорусские шовинисты. Ужас какой-то. Ввиду того, что украинская культура, язык, школа в течение веков подавлялись царизмом и эксплуататорскими классами России, ЦК РКП вменяет в обязанность всем членам партии всеми средствами содействовать устранению этих препятствий к свободному развитию украинского языка и культуры. Вот требует Ленин при этом относиться с величайшей терпимостью и осторожностью к проявлениям украинского национализма. То есть украинский национализм можно, русский нельзя. Теперь нашей Советской Республике предстоит сгруппировать вокруг себя все просыпающиеся народы Востока, чтобы вместе с ними вести борьбу против международного империализма. Народы Востока, Украина, но только ничего русского. Вам придется базироваться на том буржуазном национализме, который пробуждается у этих народов и не может не пробуждаться, и который имеет историческое оправдание. Национализм народов Востока, мусульманских народов, имеет историческое оправдание. Об этом пишет Ленин, но только не русский национализм. Это, конечно, враг коммунизма. А другие так называемые национализмы Ленин планирует использовать против русских. И он это делал, и делали это большевики на протяжении всего периода своего правления, уничтожали все русское и поднимали так называемые национальные окраины, до способности создать государство, пусть феодального типа, как вот сейчас существуют они. Это, конечно, не государства современные, не культурные, это государства тиранические, но именно такие были нужны для того, чтобы удержаться у власти и по периферии уничтожить все русское точно так же, как и в центре. К иным национализмам, которые на самом деле надо называть было бы этношовинизмом, Ленин призывает: мы должны быть очень осторожны, терпимы, терпеливы, устойчивы к пережиткам национального недоверия.
А вот вопрос о том, как определить государственные границы, теперь на время, ибо мы стремимся к полному уничтожению государственных границ, заметим, к полному уничтожению государственных границ, есть вопрос не основной, не важный, второстепенный. Поэтому и разрезали пространство Российской империи, как им вздумалось, в ущерб русским, отдав пространные территории на откуп этнократам, ну, которые проводили там тоже и зачистки, в том числе и прежде всего русской интеллигенции, русского духовенства, русского воинства. Они помогли большевикам. Надо сказать, что так называемые национализмы, этношовинизмы иных народов, инородческих группировок сработали на стороне большевиков, точно так же, как они сейчас работают на стороне Путина и его группировки. Стремимся к тому, чтобы найти каких-то союзников в иных национальностях, кроме русских, на территории России или за пределами России, но как-то не находим. Вот нет сочувствия к русскому движению ни в каких национальных группах, нигде. Именно признанием независимости государств польского, латышского, литовского, эстлянского, финского мы медленно, но неуклонно завоевываем доверие самых отсталых, всего более обманутых и забытых капиталистами трудящихся масс соседних маленьких государств. Вот это все тоже было на самом деле отстало, и ничего там передового не было. Кто-то рассказывает о каких-то там передовых невероятно европейских государствах, которые якобы растоптали большевики. Нет, они их как отсталые окраины отдали. «Поодиночке нам, наверное, не справиться», – пишет Ленин, в общем-то, призывая все-таки к большому государству. Каковы бы ни были границы Украины и России, каковы бы ни были формы их государственных взаимоотношений, это не так важно, и в этом можно идти на уступки. Уступка была полной самостоятельности Украины, так же, как Ельцин и Путин уступили фактически Украину тем, кого, опять же, неправильно называют украинскими националистами, уступили сепаратистам, и они создали государство-лузер, такой лузер уж, который круче провалился, чем провалилась Российская Федерация. Российская Федерация не государство, а Украина – это просто территория криминального безумства и сплошной измены, и сплошного воровства, которое уже даже и не скрывается. По поводу Туркестана, о задачах РКПБ в Туркестане. Отобрать у переселенцев киргизских районов все земли, запроектированные переселенческим управлением или самовольно отобранные переселенцами у киргизов, оставляя переселенцам участки в размере трудового надела. Ну, то есть просто грабеж земли, которую люди обрабатывали. Конечно, это против русских переселенцев. Выслать из Туркестана в российские концентрационные лагеря всех бывших членов полиции, жандармерии, охранки, тех из царских чиновников, использование коих в Туркестане политически неприемлемо, спекулянтов, бывших управляющих крупными российскими предприятиями, всех примазавшихся к партии, советским органам, Красной армии и так далее. То есть массовые высылки, фактически речь идет об этнических чистках, которые большевики проводили на территории так называемого Туркестана, то есть среднеазиатских территорий Российской империи. Ленин надеется объединить под своим господством, под руководством большевиков все национально- и колониально-освободительные движения в Советской России. Все это использовалось, все это расстравливалось как национальная вражда именно к русским, к русской государственности. Они же рушили именно русскую государственность, а не какую-то другую. Необходима прямая помощь всех коммунистических партий революционным движениям в зависимых или в неравноправных нациях, например, в Ирландии, среди негров Америки и тому подобное, и в колониях. То есть мало разорить свою собственную страну, давайте мы все остальные страны будем разорять. Ленин призывает бороться с закоренелыми мелкобуржуазными предрассудками. Тем более выдвигается на первый план эта задача, чем злободневнее становится задача превращения диктатуры пролетариата из национальной, то есть существующей в одной стране и не способной определить всемирную политику, в интернациональную, то есть диктатуру пролетариата, по крайней мере, нескольких передовых стран, способную иметь решающее влияние на всю мировую политику. То есть задача мирового господства ставится довольно неприкрыто, хотя и нечасто, но об этом наверняка большевики думали. Постановление о местностях, населенных восточными народами, как они их называют. Мы сейчас там лицо кавказской национальности, азиата, теперь тогда были вот эти восточные народы.
назначить строжайшее расследование злоупотреблений и насилий, совершенных местным русским населением по отношению к восточным народностям, в особенности калмыкам, бурят-монголам и так далее, и подвергнуть виновных наказанию. Вот это уже политические репрессии, 20-й год. Больше мягкости, осторожности, уступчивости по отношению к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно крестьянству. Это по отношению к кому? Азербайджан, Грузия, Армения, Дагестан, горские республики. Вот одним одно, другим прямо противоположное. То есть прямая русофобия, геноцид русского народа. Дух уступки, надеюсь, понятен. Мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и другими. И вместе, и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, Союз Советских Республик Европы и Азии. Товарищ Каменев, великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми остальными зубами. Ну, болел зуб у человека, он всеми остальными зубами готов был съесть великодержавный шовинизм. Великодержавный, то есть русский. Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИК председательствовали по очереди. Русский, украинец, грузин и так далее. Абсолютно, ваш Ленин. То есть и здесь такой федерализм. Каждый по очереди будет председательствовать. И никакого здравого управления большевики, конечно, не представляли себе. Свобода выхода из Союза, который мы представляем себе, окажется пустой бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса шовиниста, в сущности подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Ну, в этом он прав, только тут никакого великорусского шовинизма. Типичный русский, в кавычках, бюрократ – это вот действительно негодяй. А типично русский, истинно русский человек, конечно, к бюрократии никакого отношения не имеет. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море, советизированных, интересное слово, шовинистической великорусской швали, как муха в молоке. Ну, представляете себе, он называет нас, великороссов, швалью. Он так называл, и тогда это не считалось никаким ни экстремизмом, ни возбуждением национальной розни, но это было. На национальной розни большевики стояли, и сегодняшний путинский режим стоит на основе возбуждения розни между народами, поскольку прежде всего третирует русский народ и призывает другие национальные общины, которые существуют в Российской Федерации, ее за ее пределами третировать, истязать русский народ, соучаствовать в этом преступлении, в геноциде. К сожалению, очень многие на это поддаются. Дальше по вопросу автономизации очень много слов Ленин потратил. Необходимо отличить национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной. Национализм большой нации и национализм нации маленькой. По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия и дальше. Больше того, незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений. Стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как полячишкой, как татарина не высмеивают иначе, как князь украинца, иначе, как хохол грузина и других кавказских инородцев, как кавказский человек. Ну, такое ужасное оскорбление, просто ужас. Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой великой нации, хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда, должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. Прямой призыв к геноциду. Прямой призыв к геноциду русского народа. Все коммунисты должны это знать. Ленин призывал к прямому геноциду русского народа. Тот грузин, который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обвинением в социал-национализме, тогда как он сам является настоящим и истинным не только социал-националом, но и грубым великорусским держимордой, тот грузин в сущности нарушает интересы пролетарской классовой солидарности, потому что ничто так не задерживает развитие и упроченности пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость и ни к чему так не чуткие обиженные националисты.
Здесь даже те, кто симпатизировал русским, кто боролся против шовинизма мелких национальностей, даже тот получал от Ленина такой вот жесточайший отлуп, можно сказать, что вплоть до исключения из партии. И дальше об опасности смыкания национализма с оппортунизмом. Вот здесь очень много интересного, много интересных фраз, которые пересекаются с нашей современностью. Вот здесь речь по вопросу о месте Бунда в РСДРП в 1903 году. В государстве федерация, а в партии требует Ленин полного единства. Тупик, который мы видим, приоритет партийности, то, что Путин воспроизвел полностью, целиком и полностью в партии «Единая Россия». Единство партии «Единая Россия», всех остальных по национальностям расчленять и противопоставлять друг другу, ущемляя прежде всего русский народ. Вместо права гражданина везде декларируется право национальностей, так называемых наций. Их называют нациями, при том, что они никакого своего национального государства никогда не создавали. Интересно, что здесь в своей публицистике Ленин использует слово «жиды», правда, цитирует, но как принятую норму. Вот сейчас у нас считается, что слово «жиды» оскорбительное. Тогда даже у большевиков, которые вот особенно тепло относились к евреям, и вот масса публикаций вот даже в этой тоненькой книжке по поводу евреев, по поводу союза с Бундом. А здесь Ленин цитирует «Искру» номер 45. «Не бойтесь, не бойтесь, это вам не Кишинев», имеется в виду кишиневский погром, «не бойтесь», к евреям обращается «Искра», «не бойтесь, не бойтесь, это вам не Кишинев, мы совсем другого хотим, среди нас нет ни жидов, ни русских, мы все рабочие, всем нам одинаково тяжело». Вот это к вопросу об использовании слова «жиды». Вот сейчас это просто считается преступлением, просто преступлением. То есть любой, кто использовал публично это слово, считается преступником. Вот даже я, когда это слово цитирую из ленинской работы, наверное, в глазах особо чутких к настроениям некоторой очень небольшой части евреев, видимо, будут считать меня преступником, раз уж я это процитировал. Вот в те годы вот этот пиетет одновременно использования этого слова и их издание на еврейском языке отчета о третьем съезде РСДРП, вот партия находит нужным, они тогда даже в условиях подпольщины, в условиях, это какой, 903 какой-то год, вот они издавали на еврейском языке отчет своей партии. Но можете себе представить, вот сейчас кто-нибудь из партийных деятелей издаст на еврейском языке свои программные документы. Это выглядело бы очень странно. В России рабочие всех национальностей находятся под таким экономическим и политическим гнетом, которого нет ни в одном государстве, в особенности те рабочие, которые не принадлежат к русской национальности. На третьем съезде РСДРП принята резолюция об издании литературы на жаргоне, то есть на самом деле на жаргоне это значит на еврейском языке. Приступая к выполнению этой резолюции, мы печатаем теперь на жаргоне полный перевод отчета о третьем съезде РСДРП, уже вышедшего на русском языке. Ну, тут начинается война, и во время войны поражение своего отечества – это в порядке вещей для всех изменников и предателей. Во-первых, не будем перечислять. Во-вторых, пропаганда как одного из ближайших лозунгов республики немецкой, польской, русской и так далее. Народу с превращением всех отдельных государств Европы в республиканские Соединенные Штаты Европы. В-третьих, в особенности борьба с царской монархией и великорусским панславистским шовинизмом и проповедь революции в России, а равно освобождение и самоопределение угнетенных Россией народов. То есть не только поражение в войне, но и расчленение страны по национальным квартирам с забвением интересов русских, которые там проживают в этих национальных так называемых республиках. Русские социал-демократы были правы, говоря, что для них меньшее зло поражение царизма, что их непосредственный враг больше всего – великорусский шовинизм. Но социалисты, не оппортунисты каждой страны должны были видеть своего главного врага в своем отечественном шовинизме. Всеобщее предательство, всеобщий распад государств. Положение из задач социалистического интернационала, задачи сотрудничества классов, отречение от идеи социалистической революции, от революционных методов борьбы, приспособление к буржуазному национализму, забвение исторически приходящих границ, национальности или отечества, превращение в фетиш буржуазной легальности, отказ от классовой точки зрения и классовой борьбы. Это вот то, что считается оппортунизмом.
Рабочий класс должен сначала устроиться в пределах нации, говорит коммунистический манифест, указывая при этом границы и условия нашего признания национальности отечества как необходимых форм буржуазного строя, а следовательно и буржуазного отечества. Оппортунисты извращают эту истину, перенося то, что верно по отношению к эпохе возникновения капитализма, на эпоху конца капитала. А об этой эпохе, о задачах пролетариата в борьбе за разрушение не феодализма, а капитализма, ясно определенно говорит коммунистический манифест: рабочие не имеют отечества. Социалистическое движение не может победить в старых рамках отечества. Уничтожение отечеств. Вот программа большевиков. Уничтожение отечеств. Вы все, кто состоит в коммунистической партии, должны это знать. Если вы не в курсе, что вы заняты, ваше руководство занято уничтожением отечеств, то печальна ваша участь, печально ваше неведение. Совершенно очевидно, что основное идейно-политическое содержание социал-шовинизма вполне совпадает с основаниями оппортунизма. Это одно и то же. Мы с этим согласны. Шовинизм и здесь – это патриотизм. Вот, либо мы патриоты и националисты, либо мы социалисты и тогда интернационалисты. По-другому быть не может. Если вы классовый вопрос и вопрос социальный ставите впереди национального, значит, вы оппортунисты. Вы оппортунисты с чуждой нам, русским националистам, стороны. А для Ленина, конечно, те, кто хоть какие-то национальные чувства проявлял, тот был оппортунистом, как бы склоняясь в нашу сторону. Дело яснее ясного, гигантскую силу оппортунистам и шовинистам дал их союз с буржуазией, правительствами и генеральными штабами. И то же самое надо сказать о вот этих оппортунистах-социалистах. Националисты подавлены, раздавлены, и оппортунисты, которые играют в так называемый национал-либерализм или национал-демократию, или национал-социализм, вот они получают поддержку для того, чтобы рассеивать, растворять русское движение, русский национализм. Они придумывают вот эти уклоны и получают поддержку. Ну, это такой мелкий бизнес, мелкие гешефты, люди, которые увлеклись отступлением от национализма, они этот гешефт получают, и поэтому мы их часто называем национал-торгашами. Все соглашаются, что оппортунизм не случайность, не грех, не оплошность, не измена отдельных лиц, а социальный продукт целой исторической эпохи. Но не все вдумываются в значение этой истины. А оппортунизм выращен легализмом. Легализмом, да, всем очень хочется поучаствовать в избирательных кампаниях, поэтому они легализуют свои партии. Вместо того, чтобы бороться за русские национальные интересы, они бегут в Кремль, пытаются договориться. Многие из тех, кого мы называем национал-торгашами, национал-предателями, то есть вот те самые оппортунисты, о которых писал Ленин со своей стороны, мы со своей стороны видим в изменившихся условиях. Тогда он упрекал в легализме тех, кто склоняется в сторону там, либерализма или в сторону национализма. А мы сейчас видим, что склонившиеся в эту сторону от национализма тоже бегут регистрировать свои партии и становятся национал-предателями, потому что что-то от них требуют, и они это что-то дают. Они это что-то дают, соучаствуя в разгроме русского национального движения. Национал-торгаши, национал-предатели. Созрел целый общественный слой парламентариев, журналистов, чиновников, рабочего движения, привилегированных служащих и некоторых прослоек пролетариата, который сросся со своей национальной буржуазией и которого вполне сумел оценить и приспособить это буржуазии. Ну, примерно то же самое происходит и сейчас, если мы просто на место слова буржуазии подставим слово олигархия. Ну, действительно, очень приятно быть милым начальству, все у тебя будет. Согласись на вот тот самый оппортунизм. Ты можешь быть даже немножко патриотом, но главное, чтобы ты был либералом и социалистом, и даже коммунистом. И обслуживал интересы олигархии. Вот и все у тебя будет. Главное, чтобы не было русского национализма. Подделка может быть, фальшивка, да, тогда тебе маленький гешефт обеспечен. Идейно-политическое содержание оппортунизма, социал-шовинизма – одно и то же. Сотрудничество классов вместо борьбы, их отказ от революционного средства борьбы, помощь своему правительству в затруднительном его положении вместо использования его затруднений для революции. Но тоже есть такое вот зеркальное отражение содержания национал-предательства, примерно такое же. Содействие правительства оккупантов – и противодействие русскому национальному движению. Идея правового отделения одной нации от другой, так называемая культурно-национальная автономия Бауэра и Реннера, это реакционная идея.
Требуется только государственность, никакой автономии, сохранение государства не предполагается. Громадный чудовищный аппарат лжи и хитросплетений был пущен в ход в России, чтобы заразить массы шовинизмом, чтобы вызвать представление, будто царское правительство ведет справедливую войну, бескорыстно защищает братьев-славян. Очень похоже на наше время, только с точностью да наоборот. К тому же реакционеры очень хорошо понимают, что если что еще может отсрочить падение монархии Романовых и задержать новую революцию в России, так это только победоносная для царя внешняя война. Но теперь обходится маленькими войнами. В этом Ленин прав, но только война-то не была нужна России, именно потому что война произошла, Российская империя пала. Не нужна была война, Россия не стремилась к войне, наоборот, стремилась уклоняться. Сейчас Путин стремится к тому, чтобы периодически вести войны и возбуждать вот этот ложный патриотизм. Русский либерализм выродился в национал-либерализм, он состязается в патриотизме с «Черной сотней», всегда с охотой ватирует за милитаризм и маринизм и тому подобное. Не знаю, что такое маринизм, может быть, какая-то морская экспансия, не знаю. Вот эти национал-либералы, это на самом деле обслуживающий персонал олигархии в современности. Действительно, они очень бодро стали патриотами, хотя патриотами никогда не были, их патриотизм абсолютно фальшив. Из материалов к реферату «Империализм. Право нации самоопределения», который, видимо, не знаю, может, не написал Ленин, но вот здесь вот «Борьба с шовинизмом своей нации». Главный великодержавный шовинизм. Да, «Борьба с оппортунизмом своей нации». Вот это мы бы поставили такую задачу. Никакого оппортунизма. «Русский национализм чистый и беспримесный». Это лозунг сегодняшнего дня. То, что исходит от националистов, и то, что, конечно, мерзко каждому либералу, особенно тем, которые примазались к ныне действующему оккупационному режиму. Целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякое обособление нации, не только сближение наций, но и их слияние. Подобно тому, как человечество может прийти к уничтожению классов лишь через переходной период диктатуры угнетающего класса, то есть диктатуру пролетариата, подобно этому и неизбежному слиянию наций человечество может прийти через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, то есть их свободы отделения, но на самом деле и мирового господства большевиков, то, что проповедовалось Лениным. Из работы «Детская болезнь левизны», тоже известная работа, пока существуют национальные и государственные различия между народами и странами, а эти различия будут держаться еще очень и очень долго, даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе. Это Ленин открыл для себя только в 20-м году, то есть незадолго до своей кончины, на склоне лет, хотя обнаружив себя у рычагов государства каким-то историческим недоразумением, он вдруг понял, что нации существуют, государства существуют, и их разрушение – это разрушение его же собственной власти. Поэтому большевики, конечно, очень быстро переоделись, но доминанта – константа их политической позиции – это русофобия, это стремление к уничтожению русского самосознания, а значит, русского национализма. Вот уже к документам КПСС я перешел, конференция какого? 17-го года, летняя конференция РСДРПБ. Конференция заявляет, что народы России имеют полное право на самоопределение и самостоятельное решение своей судьбы, вплоть до отделения. В частности, Украина имеет полное право осуществить свою автономию, не дожидаясь учредительного собрания. Другая конференция уже 19-го года. Ввиду того, что украинская культура, язык, школа и тому подобное в течение веков подавлялись царизмом и эксплуататорским классом России, ЦК РКП вменяет в обязанность всем членам партии всеми средствами содействовать устранению всех препятствий к свободному развитию украинского языка и культуры, поскольку на почве многовекового угнетения среди отсталой части украинских масс наблюдаются националистические тенденции, члены РКП обязаны относиться к ним с величайшей терпимостью и осторожностью, противопоставляя им слово товарищеского разъяснения, тождественности интересов трудящихся масс Украины и России. Члены РКП на территории Украины должны на деле проводить право трудящихся масс, учиться и объясняться во всех советских учреждениях на родном языке, всячески противодействуя попыткам искусственными средствами оттеснить украинский язык на второй план, стремясь, наоборот, превратить украинский язык в орудие коммунистического просвещения трудовых масс. Немедленно же должны быть приняты меры, чтобы во всех советских учреждениях имелось достаточное количество служащих, владеющих украинским языком, и чтобы в дальнейшем все служащие умели объясняться на украинском языке.
Вот здесь, можно сказать, лингвистический шовинизм, лингвистическая диктатура, лингвистическая русофобия. И то, что говорилось большевиками в 19-м году, сейчас говорят вот эти порошенковские отморозки. 20-й год. Коммунисты должны относиться сочувственно к стремлению мусульманских масс к национальному самоопределению в рамках советского строя. Вопрос о выделении мусульманских племен в отдельные государственные советские формирования точно так же не встречает никаких препятствий, доказательством чего является существование Туркестанской, Башкирской и других республик. Не следует указывать, что в моменты, переживаемые теперь рабочими крестьянами всей России, без исключения, когда их власти грозит как западный империализм, так и стремление мусульманской национальной буржуазии и мусульманских мул к захвату власти, спасение мусульманских трудящихся масс заключается в самом тесном союзе с Советской Россией. Отдельные мусульманские и советские республики не могут существовать без теснейшего военного экономического объединения с Российской Федерацией, Советской Республикой. Следует указать на пример Украины, объединившейся с Россией, свой военный комиссариат, свои железные дороги, почту, телеграф, Совет народного хозяйства и так далее, сохранившие отдельными комиссариатами просвещения, юстиции, внутренних дел и земледелия. Необходимость этого объединения и вытекающие из него федеративной связи диктуется еще тем обстоятельством, что в мусульманских республиках Башкирская и Татарская и другие вкраплены сотни тысяч российских крестьян и рабочих, и что их полное отделение от России может повлечь только к внутренней национальной борьбе в самих этих республиках. Это такое прозрение, как только большевики оказываются у рычагов государственной власти. Это стремление подчинить себе максимально больше территорий, использование военного компонента для того, чтобы их не отдать никому, потому что кто-то другой тогда заберет. Вы уходите, приходят другие. И, наконец, вспоминают о тех русских, которые живут в тех самых национальных республиках, которые большевики образовали. Вот теперь уже не вспоминают. Теперь просто бросили все русское в этих национальных республиках. В течение 20 там, четверти века уже третируется, и фактически все русское там уничтожено. Программа большевиков выполнена. Русофобия на марше. Ельцин, Путин – продолжатели дела большевиков. О национальном вопросе, резолюция о национальном вопросе, 21-й год, очередные задачи коммунистической партии. Не великороссов в РСФСР около 65 миллионов. Но это вранье, потому что эти цифры зачерпнуты не из численности РСФСР, а тут о РСФСР идет речь, а из численности населения всей империи. Поэтому повторяются лживые цифры, они не ошибочны, они именно лживые. По-прежнему считают, то есть отделили так называемые советские республики, и по-прежнему считают, что в РСФСР большинство, и тогда-то не было большинства, но теперь, когда РСФСР практически на 90% состояла из великороссов, теперь уже и РСФСР считается, ну, не совсем. Вот здесь есть там чуваши, ватики, немцы, поволжье, буряты, якуты, казахи, калмыки, карелы, балкарцы, карачаевцы, ингуши и так далее, и так далее. Политика царизма, политика помещиков и буржуазии по отношению к этим народам состояла в том, чтобы убить среди них зачатки всякой государственности. Ну, естественно, что же свою государственность калечить, выращенной внутри собственного государства, чужой государственностью. Это, конечно, безумие, а большевики этим безумием занимались и вот призывали. Писали, что царизм стеснял язык, держали в невежестве и, наконец, по возможности русифицировали их. Результаты такой политики – неразвитость и политическая отсталость этих народов. Но результат деятельности большевиков – это обратное угнетение русского народа, русского большинства. То есть якобы угнетали эти малые народности, на самом деле ничего такого не было, они постепенно цивилизовывались именно потому, что русифицировались. Большевики угнетали русский народ, угнетали самым настоящим образом. Мы видим, как это было заложено в их программах. Только решительной борьбой с великорусским шовинизмом можно обеспечить прочность союза и обеспечить влияние партии среди трудящихся масс других стран. Целевая установка, 23-й год. Наследство состоит, во-первых, в пережитках великодержавного шовинизма, являющегося отражением былого привилегированного положения великороссов. Разве было такое? Конечно, нет. Эти пережитки живут еще в головах наших советских работников, центральных и местных. Они гнездятся в наших государственных учреждениях, центральных и местных.
они получают подкрепление в виде новых сменовехских великоросско-шовинистических веяний, все более усиливающихся в связи с НЭПом. Практически они выражаются в кичливо-пренебрежительном и бездушно-бюрократическом отношении русских советских чиновников к нуждам и потребностям национальных республик. Многонациональное советское государство, вот это, наверное, впервые использовано слово «многонациональное», может стать действительно прочным, а сотрудничество народов в нем действительно братским лишь в том случае, если эти пережитки будут вытравлены в практике наших государственных учреждений решительно и бесповоротно. Положение в ряде национальных республик – Украина, Беларусь, Азербайджан, Туркестан – усложняется тем, что значительная часть рабочего класса, являющаяся основной опорой советской власти, принадлежит к великорусской национальности. Вот какая беда-то. В этих районах смычка между городом и деревней, рабочим классом и крестьянством встречают сильнейшие препятствия в пережитках великорусского шовинизма. Русские все шовинисты. Как в партийных, так и в советских органах. В этих условиях разговоры о преимуществах русской культуры и выдвижении положения о неизбежности победы более высокой русской культуры над культурами более отсталых народов, украинской, азербайджанской, узбекской, киргизской и прочих, являются ничем иным, как попыткой закрепить господство великорусской национальности. Поэтому решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первой очередной задачей нашей партии. Первой очередной задачей, подчеркнем. Ну, дальше национальный вопрос решался на практике массовыми казнями, террором, репрессиями против всего русского, против русской культуры, против русской науки, против русского самосознания. Вот мы уже в 30-м году. Главная опасность на данном этапе представляет великодержавный уклон, пытающихся реализовать основы ленинской национальной политики и под флагом интернационализма, прикрывающий стремление отживших классов, господствующей ранее великорусской нации, вернуть себе утраченные привилегии. Наряду с этим активизируется уклон к местному национализму, ослабляющему единство народов СССР и играющему на руку интервенции. Вот теперь уже местный национализм, уже к нему относиться нежно и ласково, как предлагал Ленин, уже нельзя, уже, значит, местные проявления местного самосознания надо как-то притушивать. Но главный, конечно, главный враг – это великодержавный уклон, великодержавный, великорусский шовинизм – это вот главный объект репрессий. Вот мы в 43-м году, это уже война идет, и здесь о том, что происходит на Украине. В обозе немецкой армии на Украине появились откормленные в берлинских лакейских продажные петлюровские иуды. Они называют себя украинскими националистами. Это обращение Президиума Верховного Совета УССР, Совета Народных Комиссаров УССР и ЦК КПБ Украины к населению оккупированных районов Украины. Поэтому и стиль такой листовочный. Главари националистической банды, все эти скоропадские мельники-бандеры, на которых опирались большевики, надо сказать, прямые агенты Гитлера, они хотят, чтобы советская Украина порвала нынешний союз с русскими, белорусскими и другими народами СССР и выделилась в отдельное государство. Разве к этому не призывал Ленин? Они хотят, чтобы советская Украина отделилась от СССР, ликвидировала единый фронт народов СССР против общего врага, лишила бы себя и народа СССР той помощи, которую они оказывали друг другу, и таким образом ослабила бы как себя, так и СССР. Они хотят превратить советскую Украину в так называемую сепаратную независимую украинскую державу в Европе. Они хотят таким образом превратить Украину в колонию немецкого империализма, а украинский народ в рабов немецких баронов и помещиков. Они принесли присягу грязному знамени с изображением фашистской свастики. Им чужды и далеки интересы Украины и судьбы народа. Гитлеровские выученики, они так же, как и фашисты, действуют ложью, доносами и провокациями. Ну вот полностью здесь такой разворот. Война, она диктует, хотите спастись, ну, требуйте единства, а всякий интернационализм уже никуда не годится, уже самостоятельное украинское государство не подходит, не проходит. Партийные, это уже мы в 44-м году, партийные организации западных областей Украины упустили из виду, что без воспитания интеллигенции в советском духе, без привлечения ее к активному участию в государственном и культурном строительстве нельзя успешно решить задачу, стоящих перед партийными советскими организациями западных областей УССР. Вот теперь об украинском национализме уже как-то говорить не приходится, в том, чтобы к нему относиться с, как там писал Ленин, с величайшей аккуратностью. 45-й год, январь, уже все победное шествие по Европе. В подготовленном к печати очерков по истории Башкирии, это обратились внутрь страны, в литературных произведениях «Идукай и Мурадым», эпос о богатырях,
не проводится разграничение между подлинными национально-освободительными движениями башкирского народа и разбойничьими набегами башкирских феодалов на соседние народы, недостаточно показывается угнетение трудящихся башкир татарскими и башкирскими феодалами, идеализируется патриархально-феодальное прошлое башкир. В пьесе «Кахым Туряй» изображается история участия башкир в Отечественной войне 12 года, противопоставляются друг другу русские и башкирские воины. Вот теперь интернационализм – это идеология, которая навязывается, и никакого прошлого у народов не должно быть, кроме советского. Задача партии в области национальных отношений, 61 год. Вести непримиримую борьбу против проявления пережитков всякого национализма и шовинизма, против тенденций к национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и затушевыванию социальных противоречий в истории народов. Каждая советская республика может дальше процветать и укрепляться лишь в великой семье братских социалистических наций, нации без национализма, то есть без национального самосознания. Просто сброд. Сброд людей, для которых нация – это фольклор. На большее большевики не позволяли развернуться тем людям, которые хотели сохранить память о своих предках. Партия впредь будет настойчиво бороться против реакционной идеологии буржуазного национализма, расизма и космополитизма. Здесь уже риторика очень близкая к той, которую используют нынешние путинские полицаи, как их еще назвать. 1963 год. Национализм по своей природе враждебен социализму, марксистско-ленинскому мировоззрению, дружбе народов, противоречит объективному процессу развития и сближения социалистических наций. Абсолютно правильно. Национализм по своей природе враждебен социализму. Социалисты всех направлений, национал-социалисты, социал-националисты, социал-либералы, либерал-социалы, просто социалы, социал-демократы и коммунисты, все по своей природе враждебны русскому национализму, то есть русской нации, русскому национальному самосознанию. Любопытный фрагмент. За годы строительства социализма и коммунизма в СССР возникла новая историческая общность людей, советский народ, о чем, видимо, именно тогда, в 1972 году, впервые было сказано. И дальше пафос самообмана, никакого советского народа, как мы видим, не образовалось. Он сформировался на базе общественной собственности на средства производства, единства экономической, социально-политической и культурной жизни, марксистско-ленинской идеологии, интересов и коммунистических идеалов рабочего класса. Сложились замечательные черты советского человека, преданность делу коммунизма, социалистический патриотизм, интернационализм, высокая трудовая общественно-политическая активность, непримиримость к эксплуатации и угнетению национальным и расовым предрассудкам, классовая солидарность с трудящимися всех стран. Выросло поколение подлинных интернационалистов, самоотверженных борцов за коммунизм. Ну и посмотрим, не прошло и небольшого исторического срока, чтобы все это, весь этот пафос не был опровергнут. Все это оказалось самообманом. Природу человека не изменишь. Уничтожить нацию можно, а вот новую нацию или новую историческую общность, советский народ, не получилось. 81 год. Мы против тенденций, направленных на искусственность и ранее национальных особенностей. Вот какое-то сознание об этом приходит. Происходит расцвет и взаимообогащение национальных культур, формирование культуры единого советского народа. А вот это иллюзия. Учитывая, что национализм является одним из главных средств подрывной деятельности империализма против реального социализма, необходимо вести последовательную наступательную борьбу с попытками разжечь националистические предрассудки у отдельных людей, решительно выступить против любых уклонений от ленинских принципов национальной политики. То есть русофобия остается главным мотивом в деятельности коммунистической партии. Русский язык назван языком межнационального общения, равноправие всех наций декларируется, в выступлении Андропова применяется термин, это уже 83-й год, национальный нигилизм, ну, то есть отрицание всех наций, поэтому все-таки национальности они признавали, а куда деваться, они есть и были, лишь только призывали к дружбе народа, вот больше ничего у них не получилось. Надо серьезно вникать в содержание национального вопроса, это уже речь Черненко 84-го года, ничего они не смогли. Вот на этом все и заканчивается, вот и все. Ленин и КПСС в борьбе с национализмом. Боролись они с национализмом, но оказалось, что в основном они побороли русское национальное самосознание, а это означает, что государство находится в тяжелейшем кризисе. Если русские вновь не обретут это самосознание, то потеряют и тот обрубок, который им предоставили так называемые демократы, РФ. И никогда тогда не будет восстановлено единство русской земли, единство великороссов и украинцев, великороссов и белорусов и малороссов,
не будет восстановлено то имперское пространство, которое поднимало к цивилизованной жизни, в том числе и далекие от славянства народы. Эти народы будут жить, как и сейчас, на положении рабов, на положении зависимых государств, братских отношений с какими-либо другими народами у них не будет. Вот русский народ предлагал братство в Русской империи. В Русской империи было место всем. И никто не угнетался, все это вранье большевиков. Многие народы, которые находились на стадии еще дикости, близкой вообще к какому-то первобытно-общинному строю или феодальному строю, эти народы поднимались к цивилизованной жизни и могли существовать в рамках русского национального государства. Именно этот проект мы и предлагаем как государственную доктрину, которая отсутствует как у путинцев, так и тех, кто против путинцев вроде бы выступает с коммунистических или либеральных позиций, на самом деле обслуживает тот же самый их государственный проект без государственности, без национальной государственности, фактически проект без суверенитета, когда за кулисами правовой ширмы, законодательной ширмы, конституции правят злейшие враги всех народов, которые живут на территории бывшей Российской империи. Восстановление империи сметет эту ширму, построит все открыто, честно, и никакого угнетения никаких народов не будет, потому что русский народ не заинтересован ни сам быть рабом, ни кого-то превращать в рабов и унижать чье-то национальное достоинство. Настоящее национальное достоинство в рамках русской цивилизации будет соблюдено. И Российская империя будет восстановлена так, чтобы русский человек был в ней хозяином, все остальные были бы добрыми его братьями, которые живут бок о бок с русскими людьми. Русская империя, если она будет восстановлена, она будет родным домом для многих народов, которые будут защищены от олигархического порабощения, которое сейчас является практикой на всей постимперской, постсоветской территории. Насколько мы сможем освободить эту территорию от олигархии, настолько и будет русское национальное государство. Оно будет выгодно абсолютно всем, всем народностям, всем национальностям, но государственность будет только русская. Без русского лидерства погибнут все ныне живущие на территории бывшего СССР народы. Погибнут все. Придут другие народы, иные народы освоят эти пространства, если его не освоит русский народ.